В Архангельске запущена автоматизированная система управления отходами. Она позволит контролировать весь цикл сбора мусора от транспортировки до утилизации. Теперь водитель мусоровоза не только загружает содержимое контейнера в машину, но и производит фотофиксацию контейнерной площадки до и после погрузки. Все фотографии передаются в диспетчерский центр регионального оператора. Также в режиме онлайн будут отслеживаться маршруты движения мусоровозов. Они оснащены системой ГЛОНАСС. Автоматизированная система управления отходами видит всю Архангельскую область. В настоящее время система уже внедрена и работает. То есть посредством системы мы можем получать отчеты и следить за обращением ТКО, начиная от погрузки ТКО с контейнерных площадок до выгрузки ее на полигоне. Кроме того, в Архангельске теперь работает горячая линия регионального оператора. Консультацию специалиста можно получить по единому номеру колл-центра 637004.